Музыка. Творчество. Гастроли. Путешествия. Пространство открыто, это другие темпы, это другая энергия, другая динамика. Да, это надо дойти до человека, довести звук, который сидит там в 60 метрах, в 70 от исполнителя, чтобы ему было все хорошо и удобно, и комфортно. Замечательный оркестр, такие молодые, все такие энергичные, очень хороший звук. Ну и, конечно, маэстро Петренко, потрясающий профессионал. Он это все объединил в определенные такие концепции. И в результате это было просто очень здорово. И все блестело, как будто это, в общем, фейерверк эмоций и радости. Я очень доволен, что мы не промахнулись. Да, и дети нам помогли, и солисты замечательно все отработали, и техническая часть, и, в общем, все на высшем уровне. И от слышанного, и от увиденного мурашки по коже, вообще шикарный концерт. Впечатлил нас, да. Понимаете, такое ощущение, это да, это правильно, это наше детство. Как будто мы вот вошли туда, встали в этот хор внутри этого хора, и вместе с этими детьми пропевали все это. Я чувствую, что мир есть, мир всегда победит и тоже победит. Когда есть такие дети, есть такие прекрасные, талантливые музыканты.